В Ярославле здание бывшего Тверицкого начального училища на проспекте Авиаторов попало в список объектов культурного наследия. Постройка стоит на месте богадельни и Троицкой церкви. Само училище – старейшее учебное заведение Твериц. Оно перестраивалось несколько раз. Окончательно было изменено в 1911 году и в таком виде пребывает по сей день. На фасаде красный кирпич еще со времен постройки, с 19 века. Сейчас дом пустует. Собственники планировали его реконструировать, обшить панелями и увеличить оконные проемы, но по мнению градозащитников, это испортило бы внешний вид исторической постройки. В начале текущего года в адрес департамента охраны объектов культурного наследия обратились люди с просьбой рассмотреть возможность постановки данного объекта как объекта культурного наследия на учет. Признание строения историческим наследием означает, что все изменения во внешнем виде без согласования с Департаментом охраны объектов культурного наследия запрещены. Собственникам не удастся сделать ремонт по своему усмотрению. Теперь дом под охраной властей региона.